земля вот так росла, да, у меня в Москве не то себе был посыпать. Я с Василиной писала там про то, что я и брала еще большой будущий художник инженера. Мы с мамой, кстати, приезжали к Зайцу Вячеславу, его дом моды. Но мы приехали, мама не понимала, как это, что надо было записаться там. И мы сели ждать его, а куда? Мама была инженер-экономист. Мама считала, что Зайцев Вячеслав приходит по 3 часам на работу, в свой дом моды, и начинает работать. А секретарша говорит, ну вы будете его ждать очень долго, и вы же бы записались. И мама говорит, ой, дочь, ну правда, что мы, пойдем оденемся, мы приехали одеваться, потому что раньше одевались на столе. И она меня одела как куклу, приехали домой. И, в принципе, потом Рафис Хатис, директор школы в Одессе. И Михаил Соломонович не мог ему объяснить, где он все это делал. А просто-то надо было закончить институт в Москве. Я читала, Юдашкин закончил, Зайцев закончил. Елки, я была с ними. Вот Юдашкин мой инженер, кстати, вот по душе моей, лидер, мой будущий Зайцев. Ну, и я хочу сказать, что, понимаете, вот сейчас у вас 9 класс, вы учитесь. Берите любой момент, любую секундочку. То, что вы хотите, смотрите, едете в Москву, в Питер, да? Анализируйте, кем бы вы закончите, какой бы институт вы хотели бы подать, какой там колледж вы хотели, куда бы вы вообще хотели поступить. Вот работать в институте. Мы бы даже попросили туда, на какую-то съемочную площадку, да? Хоть прикоснуться к людям, которые вам близки. Где вот интервью берут у известных людей, где... Ну, я не знаю, чтобы общаться с каким-то интересным людям. Сейчас вот принято, сдал экзамены и институт сразу, да, ориентированного такого института. Или государственные, думаю, они даже не понимают, что, зачем. Они даже опыт этот не все время. Они просто выучиваются, да, выезжают и все. И пока человек, наверное, выучивается в институте, да, у него теряется вот эта вот смелость. Ему говорят, сдай зачет, сдай экзамен. Человек привыкает, что он, ну, сдает. Он перестает, наверное, чувствовать, что он там, того, чего он хотел. Поэтому я говорю, вот эту вот ниточку не потеряйте себе, потому что все вы родились с вами творчеством, с каким-то предназначением. И когда вы, ну, как говорится, будете это помнить, и будете в этом направлении идти, он все у вас попалится. Я уверена. Да. Спасибо. Пожалуйста. И не торопитесь, как говорится, вот, я не знаю, сегодня послушал психолога в интернете. Вот он так увидит, говорит, вот девочки сейчас хотят выйти замуж, посмотрим выйти замуж. Ну, замуж бы попасть, как папа мой говорил, там бы не пропасть. Ну, сейчас должен уже как-то специально сидеть, когда замуж, женившись, замуж. Человек должен быть сам зрелым, да? Он должен уже осознавать, что это родится ребенок, это ребенка надо жить, да? И там учить не надо, да? Учить деньги надо зарабатывать. И человек должен вот этот период, который нам подумает, вот какая-то красивая, забавная такая ручка, которая разговаривает, я не уверен, что она говорит. Ребенок — это такая ответственность вообще. Сейчас вот смотрите, молодые совсем, они женятся, они уже никто не ценят. Ну поэтому, как говорится, живите, думайте. Ничего не бойтесь, ни вы не бойтесь, вы воздадите все равно, по-любому вы добьетесь. Если вы там что-то будете читать, собрать, много читайте. Я вот сейчас столкнулась, я даже пошла, тестирование пришла для поступления в этот первый институт наш. Для любопытства. И я стала на тех тесты, я на тестовый вопрос отвечать, и не смогу тесты написать. Вот я стала, там, где это было, там, в каком произведении это было, там, допустим, да? Я читаю, я понимаю, дальше продолжение. А если человек не разбирается, не читает, он чуть как баран. Если он за историей не следил, там, историю не изучал, если это, ему очень трудно, вот эти тесты. А так, я думаю, кто-то говорит, что ЕГЭ, это такая ерунда. Нет, я считаю, наши экзамены, вот зубрежка, это тупая зубрежка, вот страх, да, не сдать. Вот это была ерунда. ЕГЭ, я считаю, наоборот, тебе как подставка, тебе даны варианты. То есть ты сидишь, и если ты развит, если ты многое начинаешь, то тебе легко, ты считываешь, а вам вот экзамен. И собственно, девчонки сидели, говорят, подскажите нам там, они сидели, говорят, нам скажите, что вы писать? Я говорю, вот это, я посмотрела, говорю, вот это, они там поставили. Ну, в принципе, вот я говорю, развивайте. И интернет, конечно, вот я сейчас сама, я перестала сейчас читать. Пытаюсь, я перестала читать, и говорят, не надо телевизор смотреть, телевизор. И ну да, если это телевизор, я хожу, он фоном получит, я слышу информацию, которая там для меня важна, потому что столько каналов, и люди стараются на телевидении, они что-то создают для нас. Ну, а мы это не смотрим, мы как бы не смотрим это. И я поняла, интернет меня привязал, я села к телефону, все,
Я ничего не делаю. Это я убираю, там что-то я делаю, я слушаю, я там кушаю, я там слушаю, да? А интернет, мне надо туда смотреть. Ага, ты что, читаешь, что-то пришло? Я читаю сообщения, я уже не знаю, я уже не сомневаюсь, не с кем. Я в комментариях там, я где-то там. Вот. И я поняла, что это меня вот, вот это все не делает. Вот, в реальной жизни, наверное. У меня и пессимизм появляется, и депрессия появляется, да? Вы замечали? Как вот сидишь, вот магазинчик подойдешь, ешь, говорю, сейчас я дал, вот эти семечки, все. И что же там интернет? Я говорю, сейчас, последнему человеку отвечу или прочитаю. И я вышла в интернете. А этот бесконечный. Человек один выходит, другой заходит, и понимаешь, что я же вообще ушла туда телефон. Или там в этот. Так что игра. Не знаю, я думала, что для вас я слишком много нагрузила в мозг, я не знаю, как мне теперь габайты не хватает. Может быть, сейчас помните, правда, вот какая-то тетенька такая нам Лена встретила. Мама наша, я вам маму должна, я же много прошу маму. Кто-то пьется где-то там. Вот на коробке она где-то офицерила. Потом достанетесь, сколок памяти, искать ему с этой тетенькой, с тетей Леной, с этой веткой. Мы сфоткались. Так что, ребят, любите нас. Мы россияне, мы брянские, мы хорошие. Никому не верьте, что мы плохие. Мы россияне, мы хорошие. Мы очень хорошие люди. Мы светлые, добрые. Вот мне вот туфельки прислали. Россияночка, Танечка, москвичка. Вот такие крутые туфельки мне прислала. Совершенно бесплатные, совершенно новый магазин. Вот, вот такую вот красивую руку. Так что я могу вам сказать. Мы бескорыстные русские, мы широкой души люди, да? Не жадные мы, все это отмечают. Я в Польше была, и как бы люди поразились такими. Мы привезли подарков, море кучу, хрусталь привезли, магнитофон в подарок привезли. Это тогда, когда было 93-й год. Когда было голодно, мы не знали, что поесть. В общем, вся моя семья на эту поездку приготовилась. У меня друзья поляки, они перенесатели наши. И мы, чего мы только не привезли. И, конечно, менталитет, одни поляки вот открытые, щедрые, у кого там ферма была, мы потом ездили на ферму. Которые городские, они, мне поляк говорил, Броник, Лена будет у вас так, это же самое, он говорит. Все дорого, батоны дорого, хлеб дорого. И мне это поражало. Когда они к нам приехали, мы последнюю еду из холодильника достали. Конфеты у нас после свадьбы, они пришли к нам, буквально после свадьбы, они нас ночевали. И все, мы им это все на стол, он говорит, о, ты богатая, Елена, вы богатая. Он нас смотрит, не трогает. После него такой года. Я со свадьбы пришла, свадьба была шикарная, все на эту свадьбу. Но когда я пришла домой, я на свадьбе ничего не ела, я волновалась. Родня большая, мужа приехала, все, пришел моего мужа. Но мы венчаны, мы в венчанном браке, я считаю, что он, я не знаю, больше, но не от души. Вот, ну, я хочу сказать, что мы вот, и говорю, на свадьбе, я пришла после свадьбы, на свадьбу. Я говорю, Владимир, я не скажу. Ну, все, чем я могу помочь? Ну зато, когда вот поляки пришли, я говорю, мы все им отдали, все, что там остатки были. Кто-то такой толстый слой масла мы намазали утром кофе. И поляк сказал, приедешь к нам в поле, увидишь, как моя будет больше, увидишь, как моя Аля. Масло вмазывая. Вмазывая масло в хлеб. Ну, поэтому с этим мы столкнулись, вот да, мы туда приехали. Но все равно у меня в Польше такие хорошие впечатления, красивая страна, мы там были. Вообще, и немцы к нам хорошо там, и поляки, и наши русские там работают, мы столкнулись. Везде люди, везде, во всем мире люди, везде люди остаются людьми, вот. И я думаю, что горизонты нашей жизни, они не закроются, все будет у нас хорошо, мы все будем жить прекрасно, и Брянск наш вот такой красивый будет процветать и дальше, и к нам будут приезжать со всех стран, полюбоваться на Россию, какая она красивая, успешная страна. Я верю, что все для жизни делается, да? Все, вот все для жизни, чтобы жили, дети рождались, чтобы влюблялись, чтобы женились. Замуж ходить. Все хорошо. Ну, вы что-то скажете. Если у вас есть что сказать, да, нет. Тут вы уже столько наговорили, что тут настолько хватит. Я рада этой встрече. Спасибо вам. Ну что, до новых встреч, ребят. Я буду вам показывать брянскую нашу молодежь, чтобы вы видели. Просто любить людей брянска. Кто вот хочет сам, чтобы сняли. Вот вы же сами это власти хотите, да? Подошли, говорите, можно, да, сам снять, да? Ну это в интернете будет. Вы не против? Да. Без проблем. Вот, ребята, видите, у нас такая молодежь. Такая прекрасная, такая молодежь. Все,
приезжайте в гости в Брянск, мы вас видим как родных. У нас много гостиниц, у нас много церквей в Брянске. У нас природа красивая, у нас природа что зимой, что летом, да? Ну все красиво, да? Да, да. И такой природы, наверное, вот нигде, наверное, нет. Мы просто привыкли, что у нас вот это все есть. Вот, покажи, вот какая красота. Какая русская березка, посмотрите, какая она красавица. Я такого вообще не видела, березку нигде. Это же королева, да? Да. Богиня прямо берез такая, бежится у нас растет. Вот. Так что, до новых встреч. С вами была Леночка Желанкина. Город Брянск. Лена Летова.